Кинешемскую поликлинику номер 1 в этом году отправят на больничный, а вернее на ремонт. Учреждение функционирует с 1937 года. В 80-е его расширили за счет пристройки. Сегодня это основная поликлиника для Кинешмы и района. Обслуживает 45 тысяч человек. Деньги на ремонт выделяет областной бюджет. Станислав Воскресенский в пятницу лично оценил масштабы предстоящих работ. Она, конечно, в таком состоянии, да, плачевно, мягко говоря, но деньги, вот к нам обращались, мы нашли, вы знаете. Вот за это огромное спасибо. Нет, подождите, не спасибо, а за каждую копейку отчитайтесь, чтобы здесь действительно люди видели, на что эти деньги пошли. В плачевном состоянии это губернатор еще тактично выразился. Вот так выглядит лаборатория при кабинете флюорографии. Снимки проявляют в обычных кастрюлях. В новой части поликлиники сделают текущий ремонт, а вот старую ждет перепланировка. По словам главврача, учреждению требуется полный апгрейд. Акцент будет большой сделан на информационных системах, потому что вот без информационных систем, без автоматизированных рабочих мест врача и медсестры, мы, конечно, принципы бережливой поликлиники, а это прежде всего, конечно, бережливое отношение к времени как пациентов, так и медицинских работников, мы ничего не сделаем. Глава региона поинтересовался, насколько рассчитан ремонт и в каком режиме будет работать поликлиника все это время. То есть в 2018 году мы закончим эти работы. Я не понимаю, что такое в 2018 году. Я считаю, что мы сделаем в сентябре. Схема работы поликлиники на время ремонта уже составлена. В центре города при станции скорой помощи есть бывший травмпункт. Там расположатся участковые службы. Кроме того, учреждение имеет 5 филиалов. Пациенты без внимания не останутся. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Кинешма.